2 мая 1945 года. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии, городом Берлин, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник генерального штаба генерал пехоты Крепс покончили жизнь самоубийством. За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и самоходных орудия.